Купал билеты, просто был в командировке в Ставрополь. 3 дня у меня цель была взять на финал. Просто сидел в финал в сайт FIFA, тыкал онлайн этот. 3 суток подряд, по 3 часа в день тыкал, потом хоть выскакивает четвертьфинал, именно этот матч. А2 прикинул шансы, ну, понадеялся на наших, думаю, ну пройдут. Нажал тебе четвертьфинал, оформил билеты, все прошло, взял. В итоге там за Испанию все это, как говорится, болел очень сильно. И в итоге оно все совпало, сорвал курс и приехал сюда. Совсем не расстроился, ну, конечно, бы хотелось победы, конечно. Я ценю выступление очень на достойном уровне, когда это тот момент, когда вообще не стыдно за мужиков. А в данном матче конкретно просто не повезло. Был момент Модрич, ну, касательно серии пенальти, Модрич от штанги там какой-то залетел, и Марио не попал. Вот эти 2 момента, просто не повезло. Ну, Смолов даже сегодня взять, и предыдущие 4 матча, это, ну, честно говоря, как бы не впечатлил, вообще не впечатлил. Очень разочаровал от Смолова, от Федора Смолова ждали гораздо больше. Гораздо больше. От Дзюбы как раз ждали меньше, он показался бойцом, просто он красавчик. Пенальти, лотерея, а по игре это тоже вообще не... Ну, это чемпионат вообще непредсказуемый, и в данном матче это просто, ну, кому как повезло куда-то. Изначально перед чемпионатом переживал за бразильцев, но после поведения, в частности, Неймара, просто пропало уважение, вот эти симуляции. И бразильцы, я вчера был очень рад, что они вылетели, отправились домой. А сейчас даже, я даже не знаю, за кого болеть. Вообще, я растерян.